Всем привет! С вами снова канал Никитус. И сегодня хотел бы вам показать вот такую вот модель, типа заказ от Санчикса и типа с памяти моей. Хотелось мне такой сделать. Ну, дело в том, что у меня Санчик заказывал когда-то вот этот электровоз. Я думал, что я уже забросил с ним, но я его все-таки сделал. Поэтому давайте считать, что это заказ. Итак, ВЛ-8. Это Владимир Ленин восьмиосный. Советский двухсекционный восьмиосный магистральный электровоз постоянного тока с рекуперативным торможением. Был разработан на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Серийно выпускался с 1955 по 1967 год. Эксплуатировался в СССР и после 1991 года эксплуатируется в Абхазии, Азербайджане, Армении, Грузии, России и Украине. Я напоминаю, что что я хочу мир, что опять же не хочу, чтобы было войны, так что кто считает, что Путин молодец, что Путин просто вот молодец, что заатаковал Украину, то все, отписывайтесь. Мне такие подписчики не нужны. Это было такое напоминание. Ну, еще подписывайтесь, конечно, потому что я хочу набрать 30 подписчиков. И на 30 подписчиков, может, я буду показывать все мои модели. Вот. Ну, давайте начнем. Сам электровоз маленький, но проработанный. Смотрите, какой он. Он у меня вот так вот, рука вот моя, и вот. Он. Ну, вот такой вот электровоз. Давайте начнем спереди. Вы уже, наверное, заметили закругленную крышу. Я ее сделал все-таки. Хотя где-то она у меня получилась. Вот. Ну, давайте начнем. Тут у нас имеется прожектор, токоприемник, окна лобовые машиниста. Красная полоса декоративная. Там табличка Новочеркасского электровозостроительного завода, если я не ошибаюсь. Дальше поручни вот тут. Вот так вот, видите? Черненькие вот. Дальше еще одни полоски красные. Буферные фонари. Вот тут буфер у нас имеется сам. Табличка ВЛ-8. Ну, надпись, табличка. Тут у нас еще красные полоски. И тут метельник. На метельнике у нас имеется... автосцепка. Вот. Я уже просто забыл. Так, давайте посмотрим сбоку. Сбоку у нас имеются трехосные телеги. Желтая полоса декоративная. Окна машинного отделения. Вентиляция. Еще одна вентиляция, двери в машину, двери в кабину и машинное отделение, дверь в локомотив, поручни, ручка, вот тут у нас еще окна, и все. Давайте посмотрим сзади, но сзади у нас ничего нет. С этой стороны у нас есть изменения, потому что тут нет вентиляционной шахты, тут еще нету. Но тут есть по два окна. Вот тут два и два машинного отделения. Также тут у нас есть вот трехосные телеги, окно, дверь. Тут вы можете заметить зеленое окно. Просто там, когда я смотрел на картинку, то там оно было закрашенное. Но оно там было. Так что вот. Давайте посмотрим снизу. Снизу у нас ничего нет. Но у нас есть закругленный вот такой пол. Вот. Сверху у нас есть токоприемник и имитация крышевого оборудования. Вот так вот она выглядит. Тут у нас плоско. Вот смотрите, я сделал тут вот так. Что-то закругленное, а тут вот. И тут я повторил чуть-чуть от ЖД-любителя. Тоже вот такую вот фигню сделал. И вот такую вот тоже. Типа провод или что это? Ну, вот такая вот модель у меня получилась. И видео тоже. Всем спасибо, кто смотрит, кто подписывается, кто ставит лайки. Кому это нравится, кто со мной остается, кто до конца со мной. Так что
все мы такая одна большая команда. Всем удачи и всем пока.